Друзья, хочу показать вам еще одну скрытую гадость. Ну, гадость в кавычках, конечно. А вот Ландера. Вот смотрите, брызговики с задней. Установлены так, что вот здесь вот такой кармашек есть. Вот видите? Сегодня обратил внимание, он полный грязи был. Чуть-чуть расковырял отверточкой. Начал выковыривать, она, так скажем, плоховато выковыривается. В общем, смотрите, вот начал вот так вот бить, вот, просто отверточкой, вот. И у меня посыпалось все на землю, вот видите, вот какая кучка высыпалась. Сейчас с другой стороны покажу. Вот с другой стороны. Вот так вот. Минут 5-10 стучу. Вон там вон камни прыгают. Вон на самый, вот сюда вот, смотрите, вот. Вот сюда вот. Сейчас приближу, попробую. Вот видите, какие камни вываливаются. Вот так вот методом долгого и нудного постукивания вот такую кучку вывалил с одного брызговика. А там еще полно всего. Левой рукой неудобно, снимаю правой. Ну, в общем, сами видите, вот такую кучку натряс. Это один брызговик. Вот, чтобы вам было понятно, отъехал и снимаю отдельные две кучки. Вот такие вот две кучки получились. Достаточно много грязи входит в эти карманы. Так что периодически их надо чистить.